Господин посол, сегодня вы присутствовали на премьере фильма, который посвящен геноциду армян 1915 года. Прошли годы, но раны в сердцах людей остались, и это относится не только к армянской диаспоре, которая по всему миру люди, но и, так сказать, к людям других национальностей, различных конфессий, которые понимают, сочувствуют. Большинство стран признали геноцид армян, и на сегодняшний день, к сожалению, проблема еще остается. Но ваши впечатления о фильме, который вы сегодня посмотрели? Этот фильм производил очень сильное впечатление. Я хочу сказать, что это для меня, это армянский геноцид, это не только такой далекий вопрос, я всегда знал об этом, но моя жена, например, ее дедушка, он выжил этот геноцид в 15 году и уехала в Россию. Значит, это для меня что-то не новое. Фильм мне очень понравился, я хочу признаться, что я даже не знал, что были такие миссионеры, которые ездили туда, что работали с армянами. Это действительно очень сильное впечатление производило. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день, может быть, как никогда стоит проблема, она очень актуальна, сохранение мира и возможности жить действительно в условиях, когда мы можем, так сказать, заниматься культурой, искусством, наукой. С вашей точки зрения, вот что на сегодняшний день наиболее важно, наверное, для всех народов, для всех стран? Это, конечно, диалог, взаимное понимание, это самое главное. И самое главное, что опасно, это забывать все эти события, как геноцид армянского народа, геноцид еврейского народа. Есть люди, даже сегодня, которые отрицают все это, не хотят признать все, что это было, и как страшно все это было. Это очень опасно.